Руководство Дагестанского гуманитарного института встретилось с первокурсниками и их родителями. Студентов ознакомили с профессиональными дисциплинами, учебным процессом и правилами пребывания в учебном заведении. О том, насколько вуз готов к новому учебному году, расскажет Гамзат Нурмагомедов. Встреча началась с поздравлений с началом нового учебного года. Далее выступающие рассказали об институте и его основных задачах перед государством. Руководство отметило, что уже больше 10 лет ДГИ выпускает высококвалифицированных специалистов и что уникальность вуза заключается в сочетании светского и религиозного образования. Мы сделаем все возможное, чтобы студенты полюбили и нас, и наши предметы, и наш вуз. И в течение 5 лет, 4 лет они здесь получат образование и выйдут компетентными специалистами в той области, где они хотели бы себя видеть. В процессе собрания были затронуты вопросы, касающиеся общежития, расписания учебного процесса, а также пользования библиотечными ресурсами. Студентам напомнили, что ДГИ дает высшее образование по нескольким направлениям – теология, лингвистика, журналистика, экономика и бизнес-информатика. А в будущем студенты имеют возможность стажировки и курсов повышения квалификации в российских и зарубежных вузах. Я про этот вуз узнал совершенно случайно от друзей, от знакомых. Я из всех специальностей выбрал бизнес-информатику, потому что за информатикой сейчас все будущее, сейчас все по информатике. Хочу стать хорошим специалистом для будущего. Через 2 недели ДГИ переедет в новый учебный корпус по улице Николаева, в котором, по словам руководства института, студентов ждут еще более комфортные условия. Впереди новый учебный год и новая ступень в истории гуманитарного института. Добавим, что прием абитуриентов продлен до конца сентября. Гамзат Нурмагомедов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.